Вечные разрытия, грязь и лужи. Жители 16-этажки по проспекту Гагарина говорят, к такому пейзажу уже привыкли. Рассказывают, возле их дома постоянно прорывают трубу с холодной водой. К подъезду ни подойти, ни проехать. Люди с опаской ожидают наступления холодов. Начнет прорывать зимой, это будет здесь скользанка. Люди поубиваются, поломают себе ноги и руки. Люди рассказывают, проблемы с трубой начались еще 7 лет назад. С каждым годом ситуация все ухудшается. Жильцы боятся, однажды дом просто не выдержит и рухнет. В квартирах очень сильное испарение, постоянная грязь. Детям выйти гулять нельзя, школа рядом. Ну, как-то надо решить, оседает фундамент в доме. Вода же течет под дом. Это ж в конце концов чем-то может закончиться. Жители дома сетуют, только за минувшую осень 7 раз вызывали аварийную службу водоканала. Говорят, коммунальщики приезжают, но устранить проблему не могут. Нет сил уже смотреть даже на них. Сколько же можно рыть это? Надо, они чопик поставят или хомутик и уехали. Пока они до того угла доехали, уже снова прорвало и вода течет. Люди требуют, чтобы им заменили трубу полностью, мол, чинить ее аварийщики чуть ли не каждый день приезжают. В Харьков водоканале разводят руками, денег на обновление водопроводной сети у предприятия нет. Участок водопроводной магистрали по адресу проспект Гагарина, 176, имеет значительный технический износ. Ввиду отсутствия финансовой возможности замены трубопровода на данном участке, предприятие осуществляет поддерживающий ремонт. В настоящее время прорыв сети на данном участке устранен. Выполняются работы по благоустройству территории. Жильцам 16-этажки остается надеяться, что деньги на ремонт у коммунальщиков появятся. Еще один выход – заменить ненавистную трубу за собственные средства. Но люди вздыхают, вряд ли потянут. Ольга Коростелева, Мария Жуйкова, Виталий Смачко, медиагруппа «Объектив».